Что нужно знать про знак «Остановка запрещена»? Зона действия знака начинается сразу же после места его установки. Это означает, что до знака останавливаться можно, а после знака нет. Если вместе со знаком «Остановка запрещена» вы видите такую табличку, это означает, что остановка запрещена. Как до него, так и после знака. Если знак «Остановка запрещена» используется с этой табличкой, это значит, именно до этого момента действует знак «Остановка запрещена». Получается, до знака «Остановка» будет запрещена, а после знака можно.